Приветствую всех, кто смотрит мое видео. Приветствую всех моих дорогих подписчиков. Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Вот сейчас мы находимся под городом Хойсверда. Заехали в супермаркет Philips. Такой супермаркет. Здесь в основном товары для дома, для дачи. Вот сейчас мы зайдем. Вот здесь тачки берем. И посмотрим, что там есть. Ну вот, благополучно зашли. Хотя надо брать одну тачку на двоих. Мы взяли одну тачку на четверых. А ничего страшного. Вот здесь такое вот. Все для дома. Вот для дачи такая вот скамеечка. Сел на нее, катайся. Релаксируй. Опять же. Будет маска. Вот тут можно выйти из магазина. Это такой вот есть дворик. Небольшой выбор растений, которые можно купить, посадить. Ну, по сравнению с тем же Оби очень мало. Но все равно. Кому-то это близко, кто-то приедет, купит. Все для дач, все для собственных домов. Вот такая вот тачечка. Пример. Die haben Interesse, fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gern. Спрашивайте, мы вам охотно ответим. Вот такие вот удобрения. Для ягод, даже для этих самых елок, туй. Мне кажется, они и так растут хорошо. В общем, все такое. Очень много товара для того, чтобы погрилить. Дрова, древесный уголь. Различные виды грилей, мангалов, печек. Также очень много корма для домашних животных. Всякие вот прибамбасы для них. Косточки, чтобы собачки игрались. Есть сено для кроликов, хомячков, свинок. Есть вот для лошадей. Ну, в общем, все вот такое. С туалет-папиром проблем нет. Бери, не хочу. Наверное, возьмем вот такой туборг. Литровую баночку. На память. А в магазине